Эти студенты борются за очередную внутреннюю стипендиальную программу госнефтекомпании Азербайджана «СОКАР». На данном этапе они проверяют свои знания тестов по логике. Желающие получить звание стипендиатов «СОКАР» полностью верят в свои силы. Я студентка второго курса магистратуры Бакинского государственного университета. Я во второй раз обращаюсь к данной программе. Без посторонней помощи каждый отвечает на поставленные вопросы. У меня были небольшие трудности в решении задач. Они требуют больше времени. Если я пройду следующий этап, то потрачу стипендию на свое образование. Являюсь студентом третьего курса Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. Вопросы были средней сложности. К экзамену я не готовился, надеялся на свои знания. В программе участвую впервые. Из 40 вопросов я правильно ответил на 21. Надеюсь, что пройду во второй тур. Наблюдатели говорят, что экзаменационный процесс проходит прозрачно. Первый экзамен был посвящен предмету логика. Я являюсь математиком и всегда обращаю внимание и на задачи по логике. Поставленные вопросы не так просты. Чувствуется, что среди наших студентов есть действительно достойные. В этом году для участия в проекте обратились около 2000 студентов из 27 высших учебных заведений страны. Из них 1587 человек были приглашены для участия в тестовом экзамене по логике. Если студенты наберут соответствующий проходной балл, то будут приглашены на следующий этап, на собеседование. Студенты, которые пройдут успешное собеседование, будут считаться победителями стипендиальной программы «СОКАР». Затем каждый победивший студент получит от «СОКАР» ежегодную стипендию в размере 1000 манатов. Студенты, неоднократно ставшие обладателями внутренней стипендиальной программы «СОКАР» и соответствующие другим требованиям, получают шанс трудоустройства в «СОКАР» без экзамена. Стипендиаты в будущем также получат возможность быть обеспеченными жильем в качестве молодых специалистов компании. Эсмира Алиева, Хаяла Азиз, Руфат Алекперов, CBC.